9 мая жители региона торжественно отмечали святой для всех казахстанцев праздник – День Победы. Празднование по традиции началось у Вечного огня, продолжилось в Парке Победы на Юго-Востоке. Сюрпризом для горожан стало приземление парашютистов прямо в черте города. Мемориал «Вечный огонь». Сюда вместе с ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла пришли сотни карагандинцев. По традиции, минутой молчания почтили память тех, кому обязаны мирным небом и спокойствием. Из Карагандинской области на поля сражений ушло 45 тысяч человек. Многие из них не вернулись домой. Но они навсегда останутся в народной памяти, как образец мужества и преданности родине. Как мы росли, как мы голодовали, как мы ходили голые, босые. Не дай Бог никому, пусть будет мир. Всему миру мир и здоровье, всем и Царство Небесное, тем, кто погиб. Многолюдно в этот день было и в Парке Победы. Сюда пришли люди разных поколений. Здесь вовсю работала полевая кухня, где каждый мог отведать гречневой каши. В военных палатках для ветеранов был организован праздничный обед, куда заглянул аким области Болжан Абдишев, который поздравил собравшихся ветеранов с Великой Победой. Сегодня я хочу пожелать тем ветеранам, которые живут сегодня благодаря той победе в независимом Казахстане, доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия. И сегодняшнее поколение в вечном долгу, и мы преклоняем перед вами голову за ту победу, которую вы принесли нам, благодаря которым мы живем сегодня в мирном государстве, независимом Казахстане. С праздником вас! Настоящим сюрпризом для собравшихся стало приземление парашютистов. В показательных выступлениях приняли участие 12 человек. Это опытные спортсмены, на счету которых тысячи прыжков. В этот день свое мастерство демонстрировали спецназовцы, выступали творческие коллективы, звучали любимые фронтовые песни. Словом, было сделано все для того, чтобы герои войны могли вспомнить, каким для каждого из них был День Победы. В Карагандинской области проживает более 500 ветеранов Великой Отечественной и порядка 20 тысяч тружеников тыла. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Мы очень всем благодарны, что они отдали жизнь за наше светлое будущее. И пусть настоящая молодежь ценит это, помнит это и строит мир мирным, чтобы было всегда светло и радостно. Всех спрашивают, я рад такой, где люди все такие довольны, я тоже довольный. Спасибо вам, вот нам организовали так вот, приветствуют нас. Это приятно, конечно. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.